Фигурант дела 26 февраля. Лео Асанов остается в СИЗО. Сегодня суд отклонил апелляционную жалобу обвиняемого на решение Киевского районного суда Симферополя об избрании меры пресечения содержания под стражей до 19 ноября. А Лео Асанова арестовали в апреле этого года в селе Урожайное Советского района. Его обвиняют в участии в массовых беспорядках под стенами Верховной Рады Крыма 26 февраля 2014-го. Несмотря на все доводы защиты, ни суд первой инстанции, ни Верховный суд Крыма не стали удовлетворять просьбу адвоката об освобождении Асанова. Судья апелляционного суда Бондаренко проигнорировал все доводы защиты, ссылаясь на то, что якобы там он может убежать куда-то, еще что-то. Попробуй с этого чекиста убеги, когда кругом столько чекистов. В общем, доводы защиты он просто проигнорировал и оставил приговор в силе.